choisi quand t'es kiki, ouais.
она держит, пока она на лифте, что я пробовала. Такая моя косичка вниз, вниз еще плетется. Как та, которая. Чтобы такое наснилось. Какая-то так бывает. Ой, кто-то валяется. Ты по-немецки не говоришь еще? Не получилось. Пока не учила, нет. Не мой язык, ненавижу. Я уже и читать не могу. Это же фирма. А, мне пришли бриджи, надо их сегодня будет померить. Я их еще не открывала. Интересно. Мне под них, походу, худеть надо. Да? Бывает. По крайней мере. А под рединвод надо поправлять. Эти разоры их, понимаешь? Слушай, хорошо, что мы их ловим. Подбородного ремня какая красивая. Анатомическая. Ну, а сейчас я буду ждать на нее акцию. Я ее... Ну, это ж типа сейчас такие делают, чтобы не давил на позвонок этот, на первый. Угу. Распределяет давление. Да, невралгии там всякие же. Не знаю, мне кажется, оно не то, чтобы сильно там и плавит. Ну, это все-таки от лошади зависит. Каждая лошадь по-своему умеет защититься. Ну да. Вырезал под это. Угу. Тут капсуль обычный. Обычный. Интересно. А вот эти херни зачем? Это типа шторки? Да, зачем? Да, шторки.
влюбляюсь в Одиссею. Недавно с малой ходили в этот спортлайф со средней и решили взвеситься. И кони такие бродят в ночи.